Всем привет! Уже неделю не могу снять ролик на этот хаб. Все хочу его подключить, и так руки не доходили. Решил выделить время и все-таки подключить его. Давайте посмотрим, что у меня здесь, да? Хаб у меня вот такой вот старый. В него подключен свисток Wi-Fi и подключен, что у нас тут, один провод. Получается, винчестер подключен внешний. И куда этот провод идет, и получается USB колонка от USB питается, вот, и один порт свободен, и вот здесь у нас есть мышка и подключен этот хаб. Сейчас хочу замерить скорость винчестера, какая будет через этот хаб, да, и флешка, вот эта вот флешка недавно пришла, тоже мы ее скорость замерим через напрямую через компьютер, и потом замерим через этот хаб. Пользоваться буду вот таким вот переходником, то есть напрямую у меня микро... замеряем напрямую через вот такой вот адаптер. Эту карту. Карту я обещал замерить скорость уже, когда буду рассматривать планшет, но решил, что, наверное, все-таки правильным будет посмотреть на нее раньше. Вот. Так она выглядит. Вставляем ее. Где я уже потерял переходник, вставляем напрямую в ноутбук и посмотрим скорость чтения записи. В ноутбуке у меня 3.0 нету USB, а хаб поддерживает 3.0. Ну. Итак, протестировали внешний винчестер, который винчестер Toshiba на 320 гигабайт, подключен через бокс Orica и через старый USB хаб. Вот такую вот скорость он нам показал. Вот, давайте дальше протестируем карточку памяти. Это скорость карточки Mixa на 32 гигабайта, напрямую подключенную в ноутбук через просто переходничок. И сейчас мы еще попробуем через вот этот адаптер скорость замерять, подключенный, который будет к хабу. И потом замеряем уже к хабу Orica через этот адаптер, какая будет скорость. Это скорость карточки памяти Mixa, подключенную через хаб и через переходник. Вот так вот. Такая вообще слабая. Ну все, теперь подключаем наш хаб Orica и посмотрим, как это все будет выглядеть. Теперь у него нет дополнительного питания, но я думаю, мы что-нибудь придумаем. Подключать, первое, что мне понравилось, это то, что он вставляется плотно с щелчком. Вот. USB, оно вот такой впадинка, и когда ты его вставляешь в порт, оно не ходит как... То есть вот так вставил и еще немножко придавил. Вот, и он вставился и сидит там плотно и не шатается. То есть у меня со старым, в чем была проблема в старом, потому что он вот этот порт шатался. Естественно, у меня там Wi-Fi включен, включено винчестер, они отключались у меня. Вот, я думаю, с этим проблем таких не должно быть. Итак, переключил все. Мышка, Wi-Fi, флешка и винчестер. И сейчас мы это все попробуем. Дополнительное питание пустил от мотороловской старой зарядки 5 вольт пол ампера. Давайте померяем теперь скорости. Это флешка Mixa через переходник получается и через хаб. Получается, мы режет скорость не переходник, а сам, точнее, режет скорость не хаб, а переходник, потому что старый хаб выдавал такое же такие же данные. Если напрямую в USB ноутбука врубить флешку, то она даст и те же скорости. А вот винчестер, подключенный через бокс Orica и хаб Orica, вот показал немножко меньше скорость, чем, как бы, я думал, будет лучше. Но обычный показатель USB 2.0. У меня USB 3.0 нету, и я не могу проверить, как он будет работать быстрее или нет на 3.0. Поэтому вот такие вот у нас выводы. Итак, все подсоединили, все протестировали. Вот теперь так выглядит. Сейчас мы еще воткнем сюда питание колонок. Немного освободилось здесь место, уменьшилось проводков. Здесь освободился USB порт, потому что в старом хабе, если я мышку переключал в него, отваливалось все, отваливались драйвера, все отваливалось. Сейчас эти все проблемы исчезли, то есть можно даже подергать немного, провод подергать, и здесь я его закрепил немного с кабелем. Портом я доволен, скорости он мне не добавил, потому что у меня в ноутбуке, это старый ноутбук MV M6, у него...
Нету третьих USB, поэтому как-то так. И если у меня появится устройство, которое будет 3.0 USB, я дополнительно для себя, как минимум, или для нашей группы в Телеграме, проверю хаб на скорости еще там. Вот, на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч и удачных покупок!